Всем привет, с вами Gabzor.com, и в наше распоряжение попали новые наушники от компании Creative. Это Outlier Sport, ориентированы на любителей активного образа жизни и спорта, рекомендованная стоимость 8000 рублей. Комплект включает чехол, док-станцию, пару сменных амбушюр, USB-кабель и документацию. Изначально наушники Creative Outlier Sport скрываются в комплектной док-станции, выполняющей как функцию хранения, так и восстановления заряда. Крышка выполнена из металла, открывается с сдвигом в сторону. На боковой грани USB Type-C, разъем и 4 светодиодных индикатора. Габарит у наушников компактный, основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. На внешней стороне чашек механическая кнопка с круговой светодиодной индикацией. С помощью нее можно осуществлять процесс сопряжения и принудительное выключение. Она же отвечает за ответ на входящий вызов и остановку запуска воспроизведения. В комплекте есть две пары амбушюр. В отличие от классических спортивных моделей, тут нет дополнительной дуги, повышающей плотность посадки. Корпус наушников защищен от попадания влаги, соответствуя требованию стандарта IPX5. Это позволит носить наушники на улице, и случайно начавшийся дождь не приведет к фатальным последствиям. На внутренней стороне корпуса находится контактная группа, ответная часть находится в док-станции. В наушниках Creative Outlier Air установлен динамический драйвер, мембрана 5,6 мм, выполнена из графена, заметно улучшая на выходе звучание. Поддерживает кодек ESP-C, APTX и AC, актуальны и для Android, и для iOS устройств. Звук передается без искажений и видимых задержек. В отличие от Outlier Sports, тут не забыли про низкие частоты, приятные чистые басы. Детализированная звуковая сцена подойдут под прослушивание композиций различных жанров, можно будет вполне наслаждаться живым звуком и частотой акустической сцены. Есть встроенный микрофон, голос передается чистым, микрофон есть в каждом из наушников, так можно будет записывать, например, длительные подкасты или использовать наушники поочередно для разговоров и конференций. Для подключения тут используется актуальный Bluetooth 5.0, связь стабильна на удалении до 10 метров, изменение основных режимов сопровождается голосовыми подсказками. Встроенного аккумулятора хватает на 7,5 часов беспрерывного прослушивания музыки на высоком уровне громкости. Восстановить заряд можно будет, установив наушники в комплектную док-станцию. Так можно будет получить обещанные 30 часов автономной работы. Сам полностью заряженный кейс дает примерно 2-3 цикла зарядки. Тут идет у нас USB Type-C, это большой плюс. В плане эргономики все отлично. Мы использовали их во время силовых занятий и пробежек на беговой дорожке. Несмотря на отсутствие дополнительных фиксаторов, сидят они плотно, не выпадают. Движения головы не мешают, вес легкий. Creative Outlier Air можно смело отнести к одним из лучших наушников для фитнеса и любителей активного образа жизни с беспроводным подключением. Отсутствие проводов, длительное время автономной работы, поддержка кодеков, качественная док-станция, компактные размеры корпуса, защита от воды, IPX5. С удовольствием обсудим с вами Creative Outlier Air. Всем спасибо за внимание и пока-пока.